Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и пропаганда традиционных семейных ценностей. Эти темы стали главными на круглом столе, который прошел в среду 11 марта в Тверском государственном медицинском университете. В нем приняли участие депутаты городской думы, представители общественных организаций и духовенства. Представители региональных ведомств, депутаты городской думы, члены общественных организаций, палитра участников круглого стола на тему развития демографической и семейной политики и общественного здоровья в Тверской области была достаточно широка, что, впрочем, неудивительно. В последнее время в нашей стране достаточно много внимания уделяется развитию здравоохранения и пропаганде здорового образа жизни. В частности, именно формированию системы мотивации граждан к ЗОЖ посвящен один из национальных проектов, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. С этого начали и участники круглого стола. Министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов отметил весомую роль в введении здорового образа жизни современных технологий. Людей мотивирует к здоровому образу жизни именно вот эти вот мобильные приложения, мобильные трекеры, фитнес-браслеты, какие-то там умные часы, которые людей стимулируют на то, чтобы проходить 10 тысяч шагов, считать выпитые чашки кофе. Как отметили участники круглого стола, сейчас среди жителей Твери и области можно наблюдать увеличение интереса к ведению здорового образа жизни. Во многом, считает председатель городской думы Евгений Пичуев, это связано с тем, что региональная столица с 2016 года состоит в ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» и занимает в объединении ведущую роль. Это большая работа, потому что она очень комплексная. Это зависит от всех. И от власти, и от общественности, и от здравоохранения. Вот эти все структуры, которые, например, в городе Тверь у нас существуют, у них должна быть цель на то, чтобы у нас население было здоровым. Собравшиеся сошлись во мнении, что формировать систему мотивации к здоровому образу жизни, традиционным семейным ценностям, отказу от вредных привычек у человека необходимо с ранних лет. Об этой работе рассказала Елена Масленникова, руководитель православного театра «Теремок». Воспитанники учреждения представили тематические номера. Когда царит взаимопонимание, тогда весь мир лежит у ваших ног. Любовь в семье – основа мироздания. Так пусть хранит все наши семьи Бог. По окончании круглого стола участники встречи приняли резолюцию, в которой были отражены ключевые моменты встречи.